Будапешт, синагога, друзья, это самая крупная синагога в Европе, Бейт Кнессет. Внутрь мы не пойдем, потому что вход сюда, ну, я думаю, где-то 30 евро, а евреи за 30 евро ходить в синагогу, ну, как-то не камильфо, честно я вам скажу. Пусть она будет даже самая крупная, но за 30 евро я не хочу идти в синагогу. Я ее пофотографирую отсюда, потому что в синагогу мы можем сходить и за бесплатно. Ну, не готов я молиться за деньги, честно вам скажу. А так очень красиво, очень чисто. Отсюда начинается, или здесь продолжается автобусный маршрут City Bus, где мы сейчас сядем на автобус и поедем на обзорную экскурсию. И будем делать обзорную экскурсию по Будапешту. Сюда обязательный вход в кипах, естественно. Здание. Синагога. Синагога, естественно, охраняется. Естественно, она охраняется. Немножко пройдем вперед. Идут какие-то ремонтные работы. Голуби. Маген Давид. Центр Будапешта. Красиво. Естественно, парковок никаких тут нету. Машину поставить невозможно. Да. Вот и написано, что, видите, Help Jerusalem Jewish Cemetery, даже еврейские кладбища в опасности. И это донейшн для помощи еврейским кладбищам в Венгрии. Такой большой плакат висит на двери синагоги. Видно, идет какой-то ремонт. Мы приближаемся. Ну, идем, это центр Будапешта, самый центр. Сейчас 12 часов дня. Будем ждать туристический маршрут, брендовые магазины. Здания, прекрасная архитектура, огромная синагога, ребят, просто огромная. Ну, трафик, как обычно, большой. Смотрите, чисто. Вообще нет окурков. Здесь не бросают окурки. Молодцы, убирают улицы. Класс. Троллейбусы. Давно я не видел троллейбусов. Смотрите, какая красота. Будапешт очень похож на Санкт-Петербург. Ну вот
очень похож на Санкт-Петербург. Синагога находится в, да, в практически в самом центре. Очень много израильтян. О, билетики продают. Экскурсии, хаверим, стоит очередь, речь на иврите, вот здесь продаются билеты, Хаим Герцог. Ну да, не даром. Никак не даром. Обязательно security здесь, конечно. Синагога охраняется. Кулам Исраэлим. Очень много израильтян. Ну да. Смотрите, чистенько, ухожено, скамеечки. Собачек выгуливать здесь нельзя. Ну да, пафосное место для всех евреев. Бесплатные туры. Будем ждать автобус туристический. Света, привет. Света не хочет в синагогу, и я тоже не хочу, поэтому мы посмотрим что-то другое.